О будущем 63-го региона позаботится новая общественная организация с таким символичным названием. Основная цель – борьба с наркопреступностью. Руководителем объединения назначен один из лидеров движения «Ночной патруль» – Максим Чуркин. Общие механизмы работы уже определены. Добровольцы будут помогать силовикам устанавливать сбытчиков и покупателей запрещенных веществ. В числе направлений деятельности также профилактика, реабилитация и пропаганда здорового образа жизни. Мы должны сегодня четко ставить задачи по вопросам профилактики наркопреступности. Но чтобы это делать совместно с обществом, нужна непосредственно форма общества. Вот мы думали и решили эту форму создать сегодня в пределах главного управления. Было принято решение создать такую организацию, которая даст правовую форму взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных лиц с тем, чтобы вот эту проблему, ну, если не победить, то снизить до минимального уровня в нашем регионе.